конце прошлой недели в сети появилась информация о массовом падеже скота в Талаской области. Замдиректора Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кумарбек Исаков заявил, что комиссия на протяжении 3 дней проводила проверки. В результате у коров не подтвердился нодулярный дерматит, от которого якобы умирал крупнорогатый скот. Мы съездили в Таласскую область. Проверено около 20 тысяч голов скота. У коров не подтвердился нодулярный дерматит. Даже похожих симптомов нет. На сегодня порядка 20 голов скота прошли вакцинацию против нодулярного дерматита. Распространение такого рода недостоверной информации негативно влияет на экспорт мяса. Подобные слухи разлетелись и по другим областям. После информации о том, что в селе Озерное гибнет крупнорогатый скот от желтухи, на место выехала группа ветеринаров. Эпизодическая ситуация сейчас в селе Озерное стабильная. К нам поступила информация о том, что в селе гибнет скот. Мы побывали на месте. Состояние животных хорошее. Вовремя принимаются все необходимые меры. Как показала практика, такого рода слухи негативно влияют на экспорт мяса. Чтобы выяснить, как обстоят дела с ценами и спросом, мы побывали на скотном рынке. Спрос на скот есть, цены поднялись. Говорят, мясо идет на экспорт. К тому же сейчас многие устраивают поминки по умершим во время пандемии. Скот не болеет. Негативные слухи о болезнях скота могут мешать торговле. Мясо экспортируют в Узбекистан, поэтому цены на скот поднялись. Как вы видите, клиентов нет на базаре. Клиенты есть, но не как раньше. Не знаю, кто это выдумал, никакой болезнью скот не болеет, как вы сами видите. Для обеспечения ветеринарной безопасности специалист при входе на рынок проверяет весь скот и принимает необходимые меры. Для этого необходимы справки о состоянии здоровья животного. Мы проверяем у всех животных справки, ветеринарные справки, получается. У баранов сколько количество, откуда прибыло, кто написал, кто хозяин. И у коров КРС тоже, и у лошадей тоже кобыл. И вот у нас есть журнал «Формула-1», «Формула-2». Формула-1, первый журнал мы заполняем, который на рынок идет, на продажу, получается. Скот на продажу, а второй это журнал на убойный цех. По данным инспекции по ветеринарному и фитосанитарному контролю, опасных для животных болезней в стране нет. Сибирская язва, оспа, туберкулин, ящер, бруцеллез, чума – самые распространенные болезни животных. Вакцины для их предотвращения выдаются бесплатно. Фермеры платят ветеринарам только за услугу. Запаса препаратов против вышеперечисленных болезней достаточно на ближайшие годы, уверяют в госветинспекции. Максат Леспеков, Нурбек Калмамбетов, 5 канал.